Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией по возможности. Франсиско Пиральта дель Кампо, испанский художник, в настоящее время больше всего известен своими костюмированными и востоковедческими сценами. Родился в Севилье в 1837 году. Начал обучение в настоящей Академии изящных искусств Санта-Исабель де Хунгрия у Антонио Кабрала Бехарана и художника и историка Эдуарда Кана. С 1864 по 1866 годы он участвовал в Национальной выставке изящных искусств, получил почетное упоминание. Я цитирую переводную Википедию, данных очень мало. В 1868 году он отправился в Италию в компании своих коллег-испанских художников Хосе Вильегаса Кардеро и Луиса Хименеса Аранды. Оставался там до конца своей жизни, в основном в Риме, хотя подолгу бывал в Венеции. Многие из его работ – это маленькие картины для дома. Очень популярный жанр, включающий придворные сцены 17 и 18 веков. Его полотна можно увидеть в музее Прадо. Крупная работа «Подписание контракта о помолвке» находится в коллегии Бельвейр. Умер художник в Риме в 1897 году. Вот так вкратце, данных немного из Википедии переводной о испанском художнике, который в настоящее время больше всего известен своими костюмированными и востоковедческими сценами, Франсиско Пиральта дель Кампо. Пока-пока, до свидания.